Еще один инфраструктурный проект завершен в гагаузской автономии. В селе Бешгёз при поддержке Илона Шора отремонтирован мост и центральная улица. В торжественной церемонии сдачи проекта в эксплуатацию приняла участие башкан Евгения Гуцул. Традиционно был организован праздник для людей всех возрастов. Большой праздник в селе Бешгёз Чедерлунского района. Здесь впервые за долгие годы был реализован масштабный инфраструктурный проект. Отремонтирован мост и уложено асфальтное покрытие по центральной улице Ленина протяженностью в 300 метров. Как отметила башкан Гагаузии Евгения Гуцул, эти объекты только начало прекрасного преображения этого села. Мы сейчас находимся в селе Бешгёз, где мы сегодня открыли первую дорогу, но вторая дорога уже в процессе работы. Поэтому, думаю, через недельки-две мы откроем и вторую дорогу здесь. Мы также сейчас работаем над тем, чтобы действующая власть разблокировала специальный счет управления здравоохранения и по социальной защите 15 миллионов лей, которые предназначены для выплат нашим пенсионерам в размере 1000 лев ежемесячно у людей, которых пенсия не превышает 3000 лей. Мы будем добиваться справедливости. Это деньги наших пенсионеров. Поэтому мы работаем над этим. Также, как мы и обещали, работаем над тем, чтобы газ за 10 лей поступил в Гагаузию уже с 1 декабря. Жители села очень довольны, что их давняя мечта сбылась. Теперь в их селе прекрасная безопасная дорога и мост. Люди довольны, что теперь можно наконец-то забыть о резиновых сапогах и галошах. Спасибо башкану, спасибо всем, кто Илону Шору, чтобы процветало наше село. И мы будем стараться, чтобы наши дети сюда приезжали. И чтобы у нас были еще внуки. Хороший проект, все хорошо. Мы благодарны от души Илону Григорьевичу, Евгении Александровне. Вот то, что они постарались, то, что обещали. И сразу на лицо видно, что люди делают. Сдерживает слово. Вот как делают, это очень хорошо, мы довольные. Очень довольные. Это очень долго мы ждали эту дорогу. Очень долго. Раньше она была дохлая, одним словом. Очень плохо. И вот сейчас ребята сделали, постарались. Ну, здесь раньше как бы трудно было проехать. Ямы большие были, потихонечку проезжали. Но сейчас лучше, очень даже довольны. Все красиво. Отличная дорога. До сих пор грязь была, щебенка. Ну, сейчас идеально. Молодцы. Спасибо вам всем, что такую дорогу нам сделали. Это первый, но далеко не последний проект в этом селе. В планах руководства сделать Бешгёз современным, комфортным населенным пунктом с развитой инфраструктурой, которую достойны местные жители. Все работы по восстановлению моста и центральной улицы проводились с привлечением внебюджетных источников при поддержке бизнесмена и мецената Илона Шора. Дорогие друзья, мы каждый день исполняем пункты нашей предвыборной программы, которую мы вам обещали. Делаются инфраструктурные проекты. Мы оплатили деньги для получения пенсий, деньги на счету гагаузской автономии, но, к сожалению, действующий правящий режим Санду их заблокировал. Мы будем бороться, и мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы деньги дошли до вас. Мы обещали вам газ по 12 лей, мы подписали его по 10 лей. И сейчас мы боремся с режимом Санду, чтобы этот газ физически зашел в Молдову и дошел до вас по той цене, по которой мы обещали. Дорогие друзья, шаг за шагом мы идем. И во что бы там ни стало, через что нам не стоило бы пройти, но мы построим Гагаузию мечты. Мы пришли на эту замечательную землю для того, чтобы построить замечательный край. И я уверен, что вместе мы это сделаем. Я вас искренне очень уважаю и люблю. Спасибо. Бизнесмен также подчеркнул, что обещание по строительству аэропорта находится на стадии оформления юридических документов. Илон Шор также подчеркнул, что, как и было обещано, 1 июня 2024 года распахнет свои двери парк развлечений «Гагаузленд».